Мне тут вот один зритель написал свое видение выхода России из криминальной парадигмы. Я, пожалуй, процитирую фрагмент его письма. Вот что он пишет. «Никаким будущим демократическим властям России с преступностью не справиться. Грубо говоря, вместо отечественных ментов улицы должны патрулировать солдаты НАТО. Схема действий примерно должна быть такой. На Западе сформировать правительство России в изгнании. Когда в России будет полный швах, и, допустим, возникнет ситуация, как в 17 году прошлого века, власть упадет. Тогда надо делать быструю очень операцию. Первое. Официальным решением ООН легализовать правительство России в изгнании, как всемирно признанное законное правительство переходного периода. Второе. Признанное правительство просит НАТО и европейские государства содействие в установлении порядка и закона на территории России. Третье. Вводятся контингенты НАТО, которые занимают место ГИБДД, полиции, охраны правопорядка и госучреждений. Госорганы России, полиция, суды и прочие расформировываются. Объявляется розыск преступников, коррупционеров и так далее по уже подготовленным спискам. Архивы и помещения силовых ведомств берутся под контроль и охрану подразделений НАТО. Создание иллюстрационных комиссий судов. Принимается резолюция ООН о создании трибуналов над коммунизмом и режимом Путина. Правительство обращается за помощью в комплектовании полиции и других служб. На работу в эти ведомства командируются сотрудники из Европы и других стран мира, которые будут организовывать эти службы и их работу, используя опыт разных развитых стран. Вот такой старт, Александр, очень трудный старт, и другого легкого ничего не будет. Конец цитаты.